Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Валерий Скиданов, режиссер и актер Рязанского областного театра «Кукол». Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, наступает та волшебная пора, когда в воздухе пахнет мандаринами, елками, приближается Новый год. Мы, обычные люди, наверное, пока еще не начали к нему готовиться, а у вас в театре, я так думаю, подготовка идет уже полным ходом. Расскажите, пожалуйста, о том, что же увидят маленькие зрители и их родители в этом году. Мы готовим представление, которое в этом году мы назвали «Снеговик» и «Новогодняя радуга». То есть, казалось бы, две таких несопоставимых два персонажа. «Радуга» – это персонаж все-таки летний, а «Снеговик» – это персонаж все-таки зимний. И, в принципе, они встретиться не могут, как лето и зима. Но в нашей новогодней сказке они встречаются, и происходят разные чудеса. Я не хочу рассказывать сюжета, но, как всегда, у нас будет начало в фойе, в нашем большом фойе, у большой елки, где появятся разные персонажи, и появится снеговик, настоящий снеговик, большой. Вот дети прямо удивятся, действительно настоящий снеговик. И Дед Мороз, и Снегурочка, и другие персонажи, будет завязка какая-то, интрига, которая потом перельется в зрительный зал. И там, как всегда, с помощью детей добро победит, и Новый год наступит. Валерий, насколько я знаю, вы частенько выступаете не только в качестве режиссера новогодних представлений, но и выступаете в роли главного новогоднего волшебника. Есть такое? Ну, если считать, что режиссер – это волшебник, то такое есть. Уже это 21-й мой проект, так сказать. Как актер я в театре, так сказать, на подмене, что называется. Я страхую, если, не дай бог, какой-нибудь артист заболеет, тогда я заменяю. Было несколько раз, когда играл Деда Мороза. Но в основном вот последние 20 лет я режиссер на проекте новогоднем. 20 лет – это 20 различных идей. Да, вот этот сезон 21-й, третий десяток. Всегда ваши представления необычные, всегда разные. Не знаю, что вдохновляет на создание очередной новогодней сказки? Ну, во-первых, сам Новый год – это такой праздник, который просто не может не вдохновлять. Это всегда немножко детство, всегда немножко наив, поэтому вот очень хорошее чувство связывает всех людей с этим праздником. Вот. И, конечно, большой опыт работы, потому что много наработано, и еще греха таить. Многие приемы мы используем, прямо, ну, просто мы их завуалируем немножко, тем более сейчас позволяют технические средства. Наш театр оснащен сейчас очень хорошо технически, и видеоэффекты, и звуковые какие-то эффекты. И когда мы наши какие-то старые приемы преподносим в новом виде, это смотрится совершенно по-новому, как бы уже настоящий 21 век, настоящее шоу мы показываем и детям, и взрослым это интересно. Потому что взрослые же платят деньги, дети это смотрят, всем это, все довольны, все, и мы тоже. Дети на сегодняшний день у нас достаточно, как сказать... осведомленные, продвинутые. Продвинутые, да. Да. Многие уже в волшебство и в Деда Мороза не верят. Вот вы, как люди, которые непосредственно общаетесь с детьми, видите их глаза каждый Новый год. Как вы считаете, остались еще те, кто действительно верит в волшебство? Ну да, остались. Мы же есть, мы же верим. И наши веры мы заражаем, наших зрителей, наших... детей. Конечно, дети, как вы сказали, продвинуты. Их мало чем можно удивить. Сейчас огромное количество развлечений. Начиная с того же интернета, в котором эти мелкие дети сидят уже сами по себе, и родители не спрашивают. И то есть весь мир раздвинулся для них, и волшебства очень много. Тем не менее, наше волшебство, волшебство театра «Кукол», оно вот такое сиюминутное. К нашему ребенку, к нашему зрителю подходит персонаж, и ребенок верит, что это настоящий зайчик, это настоящий Дед Мороз. И мы хорошим отношением, правдивой игрой по Станиславскому все. И нашими спецэффектами мы вот создаем эту сказку, такой волшебный, в хорошем смысле обман, когда детишки действительно верят, и взрослые верят, и мы сами, главное, верим. То есть нету тех, кто говорит «не верю». Ну, вначале, может быть, они есть, но потом как бы они все в это включаются, потому что... как вот и называют, а мы расставляем правильно свои театральные ловушки. Здесь он обязательно споет песенку. Он споет песенку, мы так подводим зрителя нашего. Здесь он обязательно ответит, поможет главному герою. Всегда же
даже в любой самой наивной сказке мы стараемся, чтобы был какой-то момент конфликта. Но это принцип драматургии, даже детской. Должно зло бороться с добром, вернее, добро со злом, и добро должно победить. Пусть даже если это, например, там, заяц-волк, в любом случае там, заяц олицетворяет это добро, как бы, грубо говоря. Хотя волка всегда жалко, потому что ему достается больше. Но вот этот момент конфликта происходит, и дети всегда сочувствуют этому. И подспудно они тянутся все-таки к хорошему. Хотя им больше нравятся, конечно, злые персонажи, потому что они более интересные. Но всегда хочется, чтобы победило добро. А дети, они все-таки, какие бы ни были продвинутые, современные, все равно они дети. И в душе остаются детьми. Насколько я знаю, вы в своих спектаклях стараетесь показывать, что не существует черного и белого, добра и зла, ну хотя бы потому, что Баба-Яга у вас не всегда отрицательный персонаж. Да, у нас постоянно вот эти вот перевертыши идут. Мы стараемся при всей наивности, потому что спектакль должен быть все-таки простым, в хорошем смысле этого слова, чтобы ребенку было понятно, о чем речь, без всяких там таких заморочек. Но мы стараемся, чтобы это было интересно, чтобы взрослым было интересно смотреть. Поэтому персонажи у нас не такие вот, как бы, плоские, ходульные. Мы пытаемся внести в каждый персонаж определенный характер. Вот Баба-Яга вроде злой персонаж, да. Вдруг она совершает добрые поступки, потом объясняя, почему. То есть, как бы, она такой двойной агент, у нас тройной бывает, грубо говоря. Вот сейчас, в эти предновогодние дни, что происходит в театре? Готовятся какие-то декорации. Да, сейчас идет самая сложная работа, которая потом позволит как бы преподнести для зрителя хороший спектакль, и будет казаться, как это все легко и как это все сказочно. А сейчас самая сложная работа, идет подготовка, изготавливаются декорации, рисуются. Мы уже давно, мы самый первый театр, который работал на виртуальных декорациях. То есть у нас сейчас профессиональные люди рисуют нам декорации, которые будут проецироваться на экран. То есть мы работаем в видеопроекциях, чуть ли не в 3D мы работаем сейчас, потому что у нас несколько планов видео идет. Вот, вот это сейчас прорисовывается в студиях, репетируются тексты с артистами, шьются костюмы, изготавливается реквизит. То есть вот это вот очень скрупулезная, очень дотошная, иногда прямо муторная, ну, тяжелая от этого работа, которая потом выльется в праздник. У вас очень много молодых актеров. В этом году. Их именно в новогоднее представление привлекли как бы на все 100%? Да, прям по полной. У нас, слава богу, в этом году вот в сезоне появилось 5 молодых артистов. За последнее время это очень такая большая удача, особенно для нашего театра, потому что, ну, считалось, почему-то кукольный жанр не популярен среди молодых артистов, а в этом году пришли 4 из Нижнего Новгорода, один парень закончил мой родной институт, Екатеринбургский театральный институт. И вот, конечно, мы все их бросили в Новый год и даже позволили нашей, так сказать, старой гвардии немножко отдохнуть. Валерий, скажите, пожалуйста, с какого числа начнутся ваши представления и, может быть, пригласите зрителей? Со 17 декабря по 10 января, каждый день, кроме 1 января, у нас будут идти спектакли. И мы, конечно, приглашаем всех наших зрителей на наше новогоднее представление «Снеговик и новогодняя радуга», где вас ждет великолепный новогодний праздник с шутками, с песнями, с плясками, с подарками, с хорошим настроением, с нашими любимыми новогодними героями. Приходите. Ну, а те, у кого не получится прийти на это новогоднее представление, смогут познакомиться с ним в наших программах, потому что мы будем первыми зрителями. Валерий, большое спасибо, что сегодня к нам пришли, подарили нам частичку новогоднего настроения, хотя еще, может быть, и рановато, но, тем не менее, приятно. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках.